Муж с женой сидят за обеденным столом. Муж сидит, котлеты наворачивает, смотрит так на жену и подстегивает. Ты лучше бы нормальной еды бы поела, чем эту ботву есть, листву всякую. На что жена ему отвечает: ага, себе волю дай, опять на корову буду похожа. На что ему муж отвечает: вот как раз коровы едят всякую листву, а такие, как львицы, тигрицы и пантеры, едят мясо и неплохо выглядят. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.